Вечером вы ожидали полковника, гром доносился военных музык. Выдвинул челюсть комод на полкомнаты, высунув платье багряный язык. Сердце манило в объятия сладкий, разум в объятья того, что не мил. Ящик божественной пяткой лязгнул комод, язык прищемил. Роман второй. Под вечер, предвкушая водку, два утомленных скрипача брели вонючую селедку за хвост колючий влача. Селедка головой мотала и губы набок своротив, романс негромко напевала, перевирая чуть мотив. О боже, как же я забыла, и дали боль, и ночь его. Но тут ей пылью рот забила, и дай боли ничего. Роман третий, дидактический. Говорят ему, брось читать муму, чай уже не махонький. Вырос уж лопух, над губою пух, в женихи пора. По чужим дворам только шум и гам, хихоньки да хахоньки. Взял бы хоть топор, порубил дрова на траве двора. И вообще, Егор, говорят в упор, глупые родители, надо все равно знать бы хоть одно дело до путя. Он схватил топор, и с тех самых пор только его видели. Не ругай муму, не пари муру, не кори дитя. Еще одна миниатюра Владимира Васильева, в которой Евгений Николаевич выступит в качестве солиста. Он будет петь. Это какая будет миниатюра? Ну как петь? Чтобы я готов был. Корабли. Корабли. Хорошо. Подставлю микрофон поближе. Ну, не пугайтесь. Вчера мы в институте выступали, там мне микрофона не хватило. Вот. И я как-то так без него обошелся, и все остались живы. Сегодня шансов у вас меньше, поэтому, когда вступлю, вы не пугайтесь. Чуть-чуть потерпите, все образуется как-нибудь. Пожалуйста. Корабли на причалах ржавеют от спячки, белошвейки, царевны, рыбачки и прачки выбегают на берег ладони козырьком. Где он суженый, ветром попутным брюхатый, облака кучевые плывут, как фрегаты. Взглядом суженным девы скребут горизонт, никого. В направлении песчаных барханов мимо них пронеслось стадо диких мужланов. Эй-эй-эй, улюлю, о-го-го! Табаком, резким потом, густым перегаром в нос ударило, девы воскликнули: срам! Нам подобных сокровищ не надо и даром. И пошли по пескам, по следам.